Ну что ж, ребята, всем привет, с вами снова Эдисон. Это не новая серия Пиксельмона, нет, это, можно сказать, в какой-то степени подкаст. В чем будет его суть? Много месяцев я сидел, ждал, когда же наконец-то вернется бывалая активность на наших сериях Пиксельмона. Какая активность? Вот вам несколько примеров. Можете сами посмотреть. То есть, около полгода назад, или может чуть-чуть меньше, видео набирало около 700-800 просмотров за один день, и выходило еще следующее видео, то есть две серии Пиксельмона в один день, и даже вторая серия набирала около 500 лайков. И это было круто, потому что я видел, что вам нравится Пиксельмон. Но сейчас я уже несколько месяцев так смотрю, терплю, и я думаю, что вы тоже это заметили, то, что активность на Пиксельмоне прям упала практически в два с половиной раза, я не представляю почему. То есть сейчас мы еле набираем 200 лайков за один день, 300 лайков за два дня, мы чуть-чуть как-то уже дотягиваем, но и то 300 лайков не всегда набирается, тоже можете сейчас видеть на экране. Иногда 300, иногда до 300, но я не знаю, с чем это связано. Поэтому, ребята, я, к сожалению, введу какие-то правила, потому что я не вижу смысла стараться для своих подписчиков, если меня в какой-то степени не ценят. То есть, если вы все-таки поймете меня и бывалая активность вернется, то держите, ребята, вот вам даже 2, 3, 10 серий Пиксельмона в один день, потому что запас серий Пиксельмона у меня есть всегда. Если я вижу, что мы набираем нужное количество лайков, сразу же выходит новая серия Пиксельмона. Но если она не выйдет, точнее, если мы не наберем 500 лайков на новой серии, то уж, ребята, извиняюсь, новая серия Пиксельмона может выйти даже до месяца, до двух, не может выйти даже до месяца, до двух или даже до трех месяцев. То есть новая серия Пиксельмона не выйдет до тех пор, пока не наберется 500 лайков. К сожалению, это будет так, ребят, я уже давно писал по этому поводу в группе ВКонтакте, но почему-то я тогда, ну да ладно, то есть от моей подписчики все же, если мы даже набираем мало лайков, я продолжу снимать Пиксельмон для тех людей, кто меня любит и, надеюсь, тоже ценит, как и я вас. Но сейчас, ребята, я уже не могу сидеть и просто видеть так, как мы набираем по 200 лайков за один день, и это жуткое зрелище, ребята. Я не представляю, почему так упала активность на Пиксельмоне, может, вам Пиксельмон уже надоел. С этим ничего не поделать. Я не могу, я стараюсь все делать, но, к сожалению, это не от меня зависит, а от вас. Поэтому, ребята, последняя серия, последняя каждая серия Пиксельмона будет находиться в трейлере канала. То есть, пока эта серия не наберет 500 лайков, новая серия, к сожалению, не выйдет. Хоть это будет 2 минуты, если я выкладываю серию, через 10 минут набирается 500 лайков, держите новую серию. Если новая серия набирает 500 лайков, держите новую. То есть, я еще раз повторюсь, у меня в запасе всегда есть новая серия Пиксельмон. Если за один день мы наберем 20 серий и на каждой серии будет по 500 лайков, держите 21 серию. Ребята, мне-то похрен, я могу делать для вас по 50 серий в день Пиксельмона, и смотрите, так мы за 2 дня закончим уже новый сезон Пиксельмона, если я буду так делать. Но, к сожалению, я не могу этого делать, потому что даже одна серия за полнедели не набирает тех же 400 лайков. Поэтому, ребята, я не знаю. Вот эта ссылочка, что вы видите подо мной, пока это видео не наберет 500 лайков, точнее, последнее видео сезона Пиксельмон не набирает 500 лайков, новая серия не выходит. Если это видео набирает 500 лайков, выходит следующая серия Пиксельмон. И потом следующая серия Пиксельмон не выйдет до тех пор, пока последняя вышедшая серия не наберет 500 лайков. То есть, все зависит. Но сейчас прям, вот сейчас возьмите все в свои руки и поймите, что все зависит только от вас. Когда последняя серия набирает 500 лайков, сразу же выходит новая. Хоть это один день, хоть это через 3 месяца будет. То есть, если это видео не набирает 500 лайков, все, ребята, можно сказать, пока сезон Пиксельмон, потому что его уже не будет до тех пор, пока это видео не наберет 500 лайков. Я уже больше не знаю, ребят, что сказать. Пока не будет 500 лайков, не будет нового видео. Это не какой-то ультиматум, ребята. Я не знаю, просто это я уже делаю, можно сказать, даже для себя, потому что я уже устал. Устал я от того, что я стараюсь, но, как я вижу, людям все становится похрен, и как бы еще больше идет в том направлении, что им все больше становится похрен, а не то, что мы еще набираем больше лайков. То есть, когда у меня было намного меньше подписчиков, мы набирали больше лайков, чем сейчас. И
Я ребята уже не знаю, честно. Может, действительно, вам просто уже надоел Пиксельмон, может заканчивать уже этот сезон Пиксельмон и просто забывать на него и больше никогда не снимать Пиксельмона, я не знаю, какие-то новые игры или мини-игры, или новые сезоны там с магическими модами. Может, Пиксельмон уже выходит с моды, и может, его уже никто не любит, да? Можно сказать, я один из людей, которые в России, которые снимают Пиксельмон так часто, но, как я вижу, эффективности от этого нету никакой, то есть люди все больше и больше уходят. Поэтому, ребята, я не знаю, честно, я не знаю, что с этим делать, я еще какое-то время понаблюдаю, если так же будет, то не знаю, ребята, то есть сейчас это уже зависит только от вас. Как только мы набираем 500 лайков, выходит сразу новое видео. Может вы одумаетесь, я не знаю, может вы как-то проснетесь, потому что просмотров нормально, но может люди просто... не хватает сил нажать на кнопочку и поставить лайки. Я не знаю, честно. Может и такое быть. То есть, может вы там с учебы, с работы приходите, у вас нет сил нажать на кнопочку, а только включить видео. Может и такое быть. Я не знаю, честно, ребята. Но, к сожалению, пока видео, которое находится в трейлере канала, не набирает 500 лайков, к сожалению, новая серия не выйдет до тех пор. Ребят, я не знаю, что сказать, я хочу многое сказать, но я не знаю, как это описать, я не знаю, как выразить полностью свои эмоции, то есть в какой-то мельчайшей степени я это сделал, но это не все, что я хотел сказать. Я, наверное, уже и вас утомил этой беседой, но все же, ребят, я больше не знаю, что вам сказать. Любите Пиксельмон? Оставайтесь, буду рад, кто со мной останется и будет смотреть не только Пиксельмон, а другие видео. А если вы тут только из-за Пиксельмона, ну, оставайтесь, но тогда ставьте лайки. Когда серия набирает 500 лайков, выходит новая. То есть, чем дальше мы растем, тем меньше мы набираем лайков, и это просто смысла ноль. То есть, я не вижу в этом смысла, поэтому, ребята... Я не знаю, честно. На этом я, наверное, закончу это видео. Все, что я хотел сказать, сказал. Может, кто-то меня понял, может, кто-то даже сейчас будет там обзываться, что за хрень ты тут несешь. Но все же, ребята, всем спасибо за просмотр. Пока это видео не набирает 500 лайков, новое видео Пиксельмона не выйдет. То есть, другие видео будут выходить, хоть там с малой эффективностью. Но все же, мне нравится проходить и другие игры, и другие сезоны, и игра на сервере, или еще что-то. Да, там эффективность еще меньше, чем в Пиксельмоне, но все же... Раз Пиксельмон у нас основная рубрика, значит и лайков там должно быть достаточно. Но, как я вижу, их нету. Ну все, ребята, на этом мы заканчиваем этот подкастик. Больше мне сказать нечего. Может, вы одумаетесь, может, нет. Если нет, тогда ждите через пару месяцев новую серию Пиксельмон. Если да, то завтра ждите новую серию Пиксельмон. Если еще 500 лайков, завтра еще одну серию Пиксельмон ждите. Может, послезавтра мы уже сезон такой такими темпами закончим. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вы одумаетесь. Всем удачи, всем пока.